Всем привет! Продолжаем прохождение Tradesman Deal to Dealer. Попробуем сейчас изучить наши квесты и посмотреть, что у нас тут из возможного. Кажется, это какая-то еда, приготовленная Андрюхой. Интересно, что там в этот раз? Ящичек лежит с едой. О, неплохо. У меня, правда, забит инвентарь едой, но у нас имеется теперь еда, накопленная от Андрюхи. Еда от Андрюхи. Здорово, дядя. Я делаю все, что в моих силах, но нам бы сюда живности. Ничего, что я говорю нам. Все в порядке. Какая живность? Собака? Мы же не едим собак, верно? Верно? Верно. Я говорю про кур, дядя. Про куриные яйца. Еда для всякого. Надо курятник построить, а потом уже кур завести. Хорошо. Круто, круто. Ты готов отправиться на встречу с Эго? Напомни, зачем это все мне нужно? Чтобы снять с меня проклятие. Это раз. Чтобы я навалял моему заклятому врагу. Это два. Да и боец из меня, хоть кудах-кудах. Тьфу. Ладно, пока мы не готовы. Нам нужно тогда постараться построить курятник. 4 пилы, 20 досок. Простой курятник с насестом нужен для того, чтобы удержать куриц. Курицы любят комфорт и безопасность, и надо его обеспечить. Ну, отлично, хорошо. Пилы у нас производятся в Обычногорске. Поэтому мы, естественно, туда и отправляемся. Можно еще в Бандитск попробовать отправиться. Посмотрим, сколько в Обычногорске пил. Золота довольно-таки много. Поэтому, в целом, в общем, можно за золото пока сильно не переживать. Мне говорили, что я... Ну, в комментариях говорили, что... Дундуна лучше не прокачивать свитками, потому что, возможно, после перевоплощения он потеряет все эти свитки. Ну, очень плохо, если это так, но если это так, ладно. Перестанем, наверное, пока его прокачивать в таком случае. Доски. Доски можно в бомжево сдать. Можно пойти вот так, через верх, можно пойти через низ. А, нет, бомжево доски наоборот производят. Могу в Старожевске доски сдать. Но только лишь доски и все. Ладно, пойду по короткому пути. Противники сейчас слабые, поэтому тут вообще проблем никаких в прохождении. Добираемся до бомжева. Здесь у нас вроде бы не должно быть ничего интересного. Курица. Две доски нам предлагают купить. Мед. Два штучки и яйца. Ну да, оно ничего из этого нам не нужно. Все, отправляемся в Обычногорск. Попробуем закупиться ресурсами. Эту мы телегу пропускаем. Не будем тратить время на сражение с противниками там за какое-то малое количество золота. Что у нас тут? Ресурсы немножко. Заберем. И надо посмотреть, сколько пил здесь можно приобрести. Можно также свиток купить, пока мы здесь. Дорого, но зато
полезный предмет. Две пилы всего лишь. Не густо. Надо отправляться, наверное, все-таки в Бандитск. Вот я взял пилы, и стало сразу же очень сложно. А, в Бандитске уже пил нет. В Портифинске есть пилы. Можно в Старожевск отправиться. Взять топоры. Отправляемся тогда в Старожевск. И будем идти в Портифинск. Уверенно убеждаем бандитов в том, что с нами лучше не связываться. Здесь противники уже довольно-таки серьезные, поэтому будем способности все-все-все применять. Две каши, да? Сейчас мы накормим наших ребят. Лошадь накормим кашей. И нашего этого, как его? Как его называют? Уже забыл. Палача, во. Нашего палача. Здесь мы продаем предметы. Доску одну продадим. И два топора. Пойдет. Мед. Мед можно купить и продать в том же самом Портифинске. Ну, наверное, так и сделаю. Здесь у нас куча всего может быть на продажу, но я хлеб не закупил. Надо было купить хлеб. Косяк. Ладно. Отправляемся дальше. Дорога, сложность 5 с плюсом. Должны справиться без особых проблем. Минус лучница. Хорошо. Борец довольно-таки сильный. Но мы его тоже побеждаем. Так, лошадь. Вперед, давай вот эту покушай еду. А ты давай кашу. У нас вроде такая еда здесь. Одна такая. Вперед. Заодно и забафали наших ребят. Двух из команды. Тебя мы нанимать не будем. Что ты хочешь нам продать? Зерно. Зерно нам не нужно. Идем дальше. Еще один бой и продвинемся к следующему поселению. Минус две лучницы. Хорошо. Все, нам уже есть не надо. Поэтому идем дальше. Здесь что продать? Здесь, наверное, ничего продавать не буду. Но все равно загляну. Поселение. Посмотрим, что тут. Ты хочешь нам что-нибудь сказать? Выходной у него. Ну ладно. Ничего интересного не хочет нам сказать. Зерно я, наверное, продам. Смысла нет его таскать. Выпивка. Портифинская выпивка не нужна. Поэтому все. Выдвигаемся дальше. Портифинск. Бонус барыги потерян. Ну, не страшно. Можно было, конечно, подождать вокруг нашей столицы региона, пока там пилы снова не появятся. Походить, побродить там рядышком. Но я решил отправиться в Портифинск. Посмотрим, что удастся тут по пути заработать интересного. Надеюсь, не проблемы мы заработаем. У нас минус палач.
еду уже нет смысла есть. Все, идем дальше. И вот он наш Фортифинск. А тут квест можно взять. Перерыв уже давно закончился, я никак не могу доесть. Да что же такое? Дождь идет. Можно квестик взять. Сейчас мы здесь продадим. Купим, что нам нужно. Ого, 5 пил. Ничего себе. А, тут нет спроса на мед. А зачем я его тогда тащил сюда? Ладно. Берем тогда 2 пилы. Покупаем. И тут есть нюанс. Если я возьму квест, скорее всего, противники станут настолько сильными, что я не смогу пройти. Ну, попробуем. Раз, два. А, сынок. Не называйте меня так, пожалуйста. Вы мне не отец. Отставить разговорчики. Есть еще одно письмо. Доставишь его в Старожевск 3, а потом мы примем тебя в стражники. Можно я просто доставлю и все? Воля твоя. Письмо важное, а путь не близкий. Но ты подумай, нам как раз не хватает солдат. Только доставка. Только доставка, ничего больше. Не суммируется. А, ну все, хорошо. У меня как раз уже есть довольно-таки серьезный груз. В прошлый раз я взял квест, но не взял письмо и свалил с Фортифинска. А потом удивлялся, почему же квест не работает? Почему я не могу его сдать? Сейчас надо в Лесопильск. А, Старожевск 3, где, кстати, находится? Вот он, самая дальняя точка. Отправимся тогда в Лесопильск. Можно, кстати, закупиться здесь топорами. Продать старожевские топоры. Попробовать. Что еще можно? Пилы. Пилы в Лесопильске и топоры в Лесопильске можно продать. Пшеницу можно... О, здесь неплохо можно, кстати, закупиться в Фортифинске. Но есть нюанс. Смогу ли я... Так, я письмо не взял. Хорошо, что я вернулся. Я вроде нажал кнопку «Забрать письмо», но оно не забралось. Куплю пилы тогда полностью. Куплю топоры. Надо купить зерно. Не знаю, я что-то сомневаюсь, что смогу пройти с таким количеством ресурсов. Надо, наверное... Надо будет, скорее всего, кучу бафов понабирать. Зерно только в Петушарово можно продать. Топоры здесь, можно продать топоры здесь. Пилы только здесь. Топоры в двух местах можно скинуть. У меня пока один пак топоров. Ну, два пака топоров. А, нет, второго пака. Все, тогда отправляемся. 6 сила армии. Ну, если что, будем ночевать. Поселениях. Ну, пока вроде справляемся. Первые противники, которые попались. 3 сардельки. Я называю их сардельками, это не сардельки. На самом деле. Раз. Два. Ну и тебе баф дадим. У нас самый прокачанный. Вперед. Тебя мы пропускаем. Трогать не будем. Идем дальше. Опа, засада. Интересно, она будет считаться как вторая группа врагов? Меня пропустят дальше или как? А, нет, ничего себе. Это, наверное, первая засада, которая мне попалась. Что тут у нас? Еще одна каша. Кашей накормим тоже нашего
всегда побитого палача накормим. Тут мы будем фокусить, стараться копейщика. Мощные противники. Чувствуется, чувствуется. Но у них недостаточно сил, чтобы с нами справиться. Ох, сколько предметов выпало. Здесь мы что-нибудь можем продать? Ну вот рыбка, по-моему, выпала, можно продать. Сейчас посмотрим. Да, вот одна рыбка. Выпивку можно купить, попробовать. В Обычногорск заходить я, наверное, не буду. Поэтому выпивка, по сути... А, ну Старожевск 3 можно выпивку попробовать отвезти. Ну да, попробуем. Один пак выпивки. У меня золота вообще почти не осталось. Обалдеть. Идем в Старожевск 1. Как мало у меня осталось золота. Еще недавно было 1300. А осталось 300 золота. Нужно будет постараться, конечно же, очень выгодно продать все это дело. Иначе банкротство не за горами. Ну, кое-как победили. Надо будет кучу еды потратить. Не забываю прокликивать на капканы дорогу. Кстати, вот так ходить очень опасно. Если на меня произошла одна засада, значит, возможно, будут и другие. Надо сразу хилиться. Вот так, наверное, подхилимся, будет достаточно. Надо постараться передамажить противников. Жирные ребята попались. Но ничего, мы их должны победить. Да, все. Еще ресурсы. Здесь мы скинем немного ресурсов в этом поселении. Мы скинем что? Мы скинем топоры, скорее всего. Здесь скидываем топоры. И вот здесь скидываем топоры. Или у нас, стоп, топоры только один пак. А, я два письма взял? В смысле? А почему я два письма взял? Интересно. Я только сейчас заметил, что два письма. Так. Продам, наверное, вот это. Доски можно продать, чтобы барыгу накопить. Чисто... чтобы накопить барыгу. Вот это мы скидываем, оно нам не нужно. Это в Петушарово, может быть, зерно отвезем. Барыга здесь у нас сделан. Теперь мы в Петушарово идем, там продаем, улучшаем баф. И в конце все самое дорогое скинем. Забираем, надо сейчас покормить наших побитых ребят. Раз, два, ну, наверное, хватит. Я, чтоб наверняка, вот так сделаем. Противники все-таки сильные до сих пор. Зафокусим, постараемся вот этого здоровяка. Нет, не получается. О, быстренько убили. Еще ресурсы получаем. Ну, здесь надо тоже кое-что продать. Мы продаем в основном зерно. Репутация. Не понял, репутация увеличилась или просто я левел получил? Тут спрос был 10, оказывается. Пшеницы, я думал, один пак только. Спрос. Ну, надо идти в Лесопильск. Здесь тоже продать.
предметы. 6+, ну, вполне, я думаю, мы должны справиться. Пойдем ночью. Уже 687 золота. Потихонечку возвращаем себе деньги. Еще и благодаря тому, что противники эти деньги нам дают за наши победы. Много еды потратим, но ничего. Еда... Ой, не тем поел. Но еда в целом часто попадается, поэтому если даже и много потратим, то быстро восстановим все это дело. Блин, нажал на оленя, а оказывается там ловушка была. Отвлечение внимания. Все, всю еду забираем, идем дальше. О, оптовый торговец. Что ты хочешь? Да нет у меня стольких ресурсов. У него какие-то запросы вообще супер бешеные, нереалистичные запросы постоянно. Один разок накормим. Тут противники вроде слабенькие. Ресурсы нам немножко дали. Итак, мы в Лесопильске. Надо здесь кое-что продать. Продаю две пилы вот эти и продаю одну пилу вот эту. Дальше. О, можно муку здесь продать. Я уже вроде бы выполнил. Бонус барыги, да, забарыжено. И здесь у нас выпивка. Старожевский 3. Ну, выпивка, по сути, и все. Остается. На продажу. Поэтому все остальное можно продавать, я думаю. Доски не продаем. Топоры надо продать. Вот. У нас немножко прибыли появилось. Идем в Старожевск 3. Отдавать письмо. Надеюсь, бага никакого не будет с этими письмами. Отберут у нас все письма, которые есть. Кек. Светлячки сказали кек. Ладно. По крайней мере, я именно это увидел. Надо было фокусить борца. Он самый опасный из этих всех. Из этой шайки. Во, сколько еды. Вообще класс. Ладно, идем дальше. Поторговать выпивку. Все, хорошо. Можно было еще и доспехи сюда привезти. Да, из Фортифинска можно неплохо так маршрут составлять. Вот это борода у тебя. Спасибо вам письмо. Чего там? Ну-ка, от самого воеводы. С ребятами потом почитаем. Спасибо, всегда пожалуйста. Ну да, у меня это письмо не забрали. Плохо, надо будет оставить его, скорее всего, в этом... Здесь что у нас? Мясо, руда, инструменты. Я бы мог в Слепошарова еще зайти. Чисто ради прибыли. Сколько здесь инструментов? А, один инструмент все, нет. Возвращаемся тогда в Лесопильск. Покупаем нужное количество досок и идем строить курятник. Две каши. Да, я думаю, мы здесь
и без бафов справимся. Должны справиться без бафов. Фокусим лучницу в первую очередь. Все хорошо. Вот и еду постепенно восстановили в наших запасах. Покупаем необходимое количество досок. Так, что у нас по квесту? Суповой набор. Где у нас предельный максимум? Курятник, вот все. Есть достаточное количество ресурсов. Отправляемся в Домодедово строить наш курятник. Не было здесь дровосеков на пути. Этого мы просто... А, можно живое это... Попробовать ограбить, может? А, его нельзя ограбить. Другого можно ограбить. Этого нельзя. Подхилим нашего гробовщика. Можно, конечно, зеленую еду собирать постепенно. Ладно, пока, наверное, не буду этого делать. Это письмо я, пожалуй, уберу вот сюда. Письмо в Старожевск 3. Уже оно, скорее всего, не нужно. Заброшенск, голодный воин, это вызов. Контроль толпы. Ну да, уже все, этого квеста нет. Письмо осталось. Сейчас построим курятник. Оп. Очень грустно смотреть на курятник, в котором никто не живет. Требуется найти достойных жителей для этой прекрасной конструкции. 5 куриц и 40 яиц. Ничего себе. Ладно, отправляемся. У меня денег как раз, я думаю, хватит. Я вроде поднакопил. Сейчас быстренько сбегаем, заполним наш курятник живностью. Я, по-моему, не в ту сторону пошел. А, нет, в Лесопильск, правильно. Теперь мне в Петушарово нужно. Все, отправляемся в Петушарово. Назад дорога будет тяжелой. Проявляем лидерские качества. Противники убегают. Шанс наложить сильное кровотечение. Нет, дорогой свиток знаний я не буду покупать. Я таскаю еще фиолетовый свиток знаний. Пока не буду применять, и без него нормально. О, немного ресурсов. Попытаемся сейчас купить нужное количество всего. Курятник. 5 куриц, 40 яиц. Все яйца мы скупаем. Это минус 400. И куриц еще. Обалдеть. Вот это квест, конечно. Еще надо живыми добраться. 8. Но это ночью. Жесть. Только что мы были богаты.
как только купили куриц и куриные яйца, все, все деньги. 17 левелы? Воу. Ничего себе. Я, скорее всего, сейчас вернусь назад и продам все. Все, что я купил. Надо будет лошадь еще прокачивать. Я забыл про лошадь, кстати. Дундуна, наверное, не буду пока качать. Неужели палача прокачать? Он довольно-таки жирный. Принимает урон на себя. Вроде бы. Ладно, наверное, все-таки вот этого вот женщину-воина прокачаю. Пускай будет урона побольше у нас. Надо кинуть бафы всем. Вот кашу, наверное. И лошадки тоже. Ну, даже не знаю, 17 уровень это прям супер мощно. Надо было, наверное, все-таки два рейса сделать. Сначала один рейс выгрузить, потом второй рейс. А я решил все сразу. Ну, рискну, попробую. Как меня легко одолеют противники. Посмотреть. Давайте, ребята, я в вас верю. Окей, мы одних победили. Попробуем захилиться. Надо хилиться вообще на максимум. Вот так мы сделаем. Ты кашу поешь. А ладно, чисто баф мясом. Ловушки. Я еще лошадь не захилил. О, еще одна. Варвар-воин. Хм. О, здесь я вижу кабана 7 уровня. У нас появился шанс выжить. Но все равно лошадь я покормлю. Ну так хотя бы. Не, варвара тогда не буду нанимать. Надо постараться борца как можно быстрее выносить. Скорее всего, у него 27 урона. Секунду. Постараемся зафокусить борца, а там уже как пойдет. Да, все, минус борец. Но тут уже у противников шансов не будет. Да, много еды потратили, но зато продвинулись до Лесопильска. Продать ничего не продадим. 7 сила. Ну, ладно, идем в Домодедово. Надо пробовать. Кабаны — это хорошо. Их, с ними относительно быстро можно разобраться. Бафы, наверное, не буду. Дайте нам проехать, пожалуйста. Заплатим 33 монеты. Я думаю, это хорошая сделка, чтобы, оу, чтобы не рисковать. Вот мощный кабан. Тебя покормим. Тебя и тебя. 12 урона. Секунду, 272 здоровья. Ну, здесь борец снова самый мощный. Пытаемся его зафокусить. Нормально. Легко справились. Можно было даже еду и не тратить. Можно было без еды все это сделать. Удалось за один раз доставить курочек. А, мне нужно было 4, а я 5 купил.
Нет, 5 ушло, все. О, теперь у нас есть свои куры. Теперь бы знаешь чего, дядя? Овец. Андрюха, дай передохнуть, не так быстро. Понял, овцы потом. Фух. Андрюха, ну ты молодец, конечно. Блин, столько золота я потратил на этих куриц. Забираем всю еду. Здесь ничего не будем оставлять. Теперь надо приблизительно понять, что делать дальше. У меня 2 очка навыков появилось. Можно даже потихонечку прокачивать кулинарию. Потому что квесты пошли с едой. Где брать эту еду, неизвестно, кроме как готовить самому. Что у нас тут есть еще? Я бы хотел попробовать выполнить квест. Вот этот вот. Победить волков в окрестностях Красновоинска. Я прокачаю все-таки кулинарию. И отправлюсь сражаться с волками. Красновоинск вот где-то вот здесь. Нужно будет с этими волками подраться. Здесь продвигаемся довольно-таки быстро, я думаю, без особых проблем. В общем, доберусь до Красновоинска. Я думаю, быстро. Добираемся мы до окрестностей Красновоинска. Мы идем сейчас по шахте. Интересно, засчитают ли вот этих волков. Голодный воин, это вызов. Да, засчитала. 2 из 11. Сейчас будем тогда искать волков, сражаться с ними, побеждать их и выполнять квест потихонечку. Здесь волки не попались. Здесь что-то пострашнее попалось. Еду забираем, идем дальше. И надо бродить, получается, влево-вправо. Пилы. Заброшенск. Нижняя Слепошарова. Я тут вроде все посещал места. Надо искать волков, в общем. Вот еще один волк. Но это будет долго, скорее всего. Если здесь конкретно ставить цель побеждать волков, волки здесь не часто встречаются. Выходит. Тут больше борцов без маек. Ну, мы должны справиться в целом. Зафокусим копейщика. Очень сложные здесь противники. Я сейчас вообще без груза иду. Обалдеть. О, вот это в маринаде я возьму. Сейчас, секунду. Покормлю. А, нельзя кормить. Сейчас можно будет. Лошади скормлю. Вот эти вот мясные блюда. И вот это заберу. Все. У нас теперь в маринаде яички появились. Они нам в будущем могут пригодиться для квестов. Здесь продаем рыбу. Ну и начинаем курсировать туда-сюда в поисках волков. Похоже, волки здесь будут очень редко попадаться. Пока что только 3, да? Да, 3 из 11. Если бы нужно было борцов побеждать, я бы уже, наверное, квест выполнил.
О, можно попробовать ограбить этого торговца. Да, это грабеж в чистом поле. Хорошо, ребята, на выход. Ребята, грабим. О! Ну, я проиграл. Здесь, скорее всего. Я не подхилил моих ребят, к сожалению. А тут такой рыцарь жесткий стоит. Весь из себя такой жесткий. Ну ладно, победили, окей. Забираем немного предметов у него. Прикольный рыцарь. Мне такой еще не попадался ни разу. Едьте. Ну тут по-любому будем хилиться. Так, подхилимся немножко. Фокусим лучницу, хотя можно было зафокусить вот этого копейщика. Эпический. Настырный охотник при атаке может наложить на противника среднее ошеломление. Сильный йетти. Однако. А волки все не попадаются. Торговать. Да, все продаю. Или стоп, или тут доски можно куда-то отвезти. А, в Дикарина можно отвезти доски. Ладно. Отвезу. Ну, здесь ничего не меняется пока. Доски отвезем в Дикарина. А, у нас два пака. Ну, ладно. Отправляемся. 6 сила дороги. Волки снова не попадаются. Ну, как так? Отряд, готовься к битве. Да, это, похоже, очень долгий квест будет. Такими темпами. По логике, здесь волков должно быть много. Но почему-то они очень редко попадаются. Вот снова нет волков. Может какой-то... Блин, хотел подойти подхилиться, не получилось реализовать. Может что-то возить с собой надо. Там мясо какое-то, чтобы призывать с большей вероятностью волков. Забираем все эти свитки. Продаем доски раз. Тут куча еды нужно. Причем еды очень хорошей. Я такое готовить не смогу. Пока могу только зелененькую готовить еду. Но она довольно-таки вот дорогая так-то. Тут еще синяя, фиолетовая и вот божественная шаверма. Бафы серьезные. Божественная шаверма очень серьезный баф дает. Правда, она стоит. Одна курица 150 стоит. Да. Возвращаемся тогда. О, три волка. Класс. То, что нужно. Конечно, этого будет недостаточно, но уже неплохо. Целых три волка за один раз поймать, это удачно. Что у нас там по квесту? 6 из 11. Ну, половина уже квеста выполнена. Сейчас немного покурсирую туда-сюда. Постараюсь все-таки найти нужное количество волков и победить их. А вот с мясом сейчас проверю. Вражеские звери получают крит. Звери. Шанс засад на 1%. Опасность. Ну, про волков ничего не написано. А, вот. Мне нужно шкуру с собой возить.
Все, я увидел. Здесь шкуры никому не нужны. Поэтому, если я шкуры куплю, я смогу их продать нигде. Вот здесь аж, в Фортифинске. Ну, такое себе, конечно. Но в целом, как вариант, каждая единица товара увеличивает шанс на 5%. Блин, ну я тем временем усиливаю. Я лучше сейчас вне записи быстренько побегаю туда-сюда. Вот. Сейчас мы подеремся этой стаей волков. И вроде как квест должен быть выполнен. Я немножечко собрал разной еды, разной редкости за время сражений здесь. Повышает урон наемника на 4 в начале боя. Неплохо. Я, наверное, куплю вот этот вот свиток. Пускай будет. Здесь мы должны справиться. Будем борца в первую очередь фокусить. Постараемся. 3 на 3 сейчас будет бой. Нет. 1 на 3. О, рыба на белых зернах. Еще одна такая супер еда. Даже не знаю. У меня и так уже довольно-таки мало еды. Пока не буду собирать. Еще больше разнообразия. Здесь у меня ресурсов нет. И куда мне нужно... Куда мне нужно возвращаться? А, во, вот сюда. Вот он. Мы все видели. Ты не только человек множества товаров, но и человек большой силы. Да ладно вам, мне неловко. Неловкость — признак слабака. Умри. А, это шутка. Вас так любят шутить, я знаю. Смешно, ха. Смешно. Репутация повысилась. Фу, хорошо, нас не зарубили. Ну окей, ладно. Удалось выполнить еще один квест. Квестов становится постепенно все меньше и меньше, но их еще довольно-таки много. Вышки, ловушки, тут всякие странные дела. А, мне все-таки нужно было вот эту еду. Но это еще не скоро. Божественная шаверма нужна. Вот тут чуть-чуть собрал совсем немножечко. Предельный максимум. Телеги разные. Друг в беде не бросит. А, во. Ходят слухи, что наш друг барон Фаркай куда-то пропал. Нужно узнать больше. Окей, ладно. Ну, уже остались такие довольно-таки сложные квесты. На этом все. Вот такая получилась серия. Удалось немножечко продвинуться. Посмотрим в следующих сериях, что будет дальше. Всем хорошего настроения, всем спасибо за внимание. Если наберется 50 серий, я обязательно выпущу продолжение по данной игре. Всем пока.